Проект, я так думаю, для меня уникальный, скажем так, уникальный опыт, потому что ничего подобного в моей жизни не было. Кратко и лаконично, нужно как перед смертью вспомнить все, отсортировать и выдать продукт. Это не всегда получается в двух предложениях, как вы просите, но я максимально старалась как-то сократить. Я могу растягивать баяны посильней. Кому-то важно то, что я думаю. Это, наверное, реверанс и степень уважения мне. То, что кто-то услышит голос, кто-то увидит картинку, где-то это будет напечатано, не стандартно, мне кажется, креативно. Это, наверное, браво пиарщику, у кого-то хорошие мозги. Всем любви и добра!